ВКонтакте пишет: сегодня отмечается Международный женский день. Поздравьте женщин с праздником. Кто бы меня поздравил с большим праздником? Канал Хижина Музыканта перевалил за 100 тысяч подписчиков. За отметку 100 тысяч подписчиков. Всем привет! Сегодня 8 марта и хочу поздравить всех женщин, девушек, бабушек с их Международным женским днем. С праздником вас! Желаю всего наилучшего, чтобы в вашем городе всегда было солнечно, чтобы у вас на душе было всегда солнечно. И самое главное, оставайтесь самими собой. Не подражайте другим девчонкам, которые пытаются выглядеть круто. Ну, и в качестве подарка я хотел бы исполнить вам свою новую песню под названием «Скромная». Сейчас она прозвучит не в клубном варианте, а под гитару с баянчиком. Смотрим. Все так же, как вчера, туман в моих глазах, и кажется, что нет конца зимы. На станции метро твой темный силуэт вновь пробудился прелести весны. Черная юбка, игривая, как котик, твой мимолетный взгляд я тут же уловил. Твой запах кофе сладок, не надо мармелады, всю душу бы тебе сейчас излил. Ведь ты скромная, симпатяшка, отрицать не буду факт, такая няшка. Дерзкие их понты, мне нравятся такие, как ты. Скромная, симпатяшка, отрицать не буду факт, такая няшка. Дерзкие их понты, мне нравятся такие, как ты. Отражение чистого сердца, интриги, сплетни, ссоры, все это не для нас. Люблю тебя всецело, но не на показ. Черная юбка, игривая, как котик, твой мимолетный взгляд я тут же уловил. Твой запах кофе сладок, не надо мармелада, сама застенчивость тебя я полюбил. Скромная симпатяшка, отрицать не буду факт, такая няшка. Дерзкие и понты, мне нравятся такие, как ты. Скромная симпатяшка, отрицать не буду факт, такая няшка. Дерзкие и понты, мне нравятся такие, как ты. Друзья, если понравилась песня, вы сами уже знаете, что делать. Это поднимать пальчики вверх, которые находятся в описании под видео. Там их всего два, но нужно нажать одну, самую главную, позитивную. Если понравилась песня, подписывайтесь на канал Хижина Музыканта. Эту самую песню можете скачать в чистейшем варианте, в самом оригинальном варианте на soundcloud.com, если не ошибаюсь. Ссылочка на сайт будет в описании под видео. Также эту песню можете найти ВКонтакте у меня на странице. Ищите меня ВКонтакте, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Подписывайтесь в Инстаграме, везде есть анонсы новых песен. Если понравился мой стиль, а эта песня не совсем в моем стиле, больше сочиняю в регги, рок, поп стиле, но в этот раз попробую сделать что-то клубное. Сегодня, дорогие девушки, я отмечаю праздник вместе с вами, потому что сегодня на канале Хижина Музыканта 100 тысяч подписчиков. Большой праздник. Давайте встречаемся и вместе устроим
девичник с блогером. Ставьте лайки, если набираем 3000 лайков. Выходит разбор песни «Скромная». Всем пока.